Талантливый и профессиональный руководитель Георгий Николаевич внес большой вклад в развитие сочинских теле- и радиокомпаний. Его медиакорпорация «Лидер связи» обеспечивает вещание на курорте программы «ТВ-центр», станции «Русское радио» и «Радио Шансон». Георгий Шпак был постоянным участником мероприятий, посвященным воинам-интернационалистам. Сам выполнял боевой долг в Сомали. Там в 1991 году восстанавливал радиовещание после военного переворота. Шпак – трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР по радиосвязи на коротких волнах. Был награжден многочисленными грамотами и почетными знаками за активное участие в международных мероприятиях. Прощание с Георгием Николаевичем Шпаком состоится 9 июня в 12 часов в Сочинском мавзолее.